Всем привет! Итак, полярная ночь закончилась у меня настроение хорошее. Сегодня я расскажу вам юридический лайфхак. Как отменить практически любое постановление об административном правонарушении. Расскажу вкратце, на примере сотрудников ГИБДД, например, так будет проще. Что мы имеем изначально? Мы имеем свои процессуальные права, которые четко определены кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Этот кодекс дает нам право заявлять ходатайство, знакомиться с материалами дела, заявления различного рода писать и так далее и тому подобное. Так вот, по поводу ходатайств. Эта тема работает с любым должностным лицом, сотрудником ГИБДД, с участковым, там, с налоговыми органами. Если на вас там по поводу налогов какое-то постановление пытаются пришить. Суть в чем, как только начинается на вас какое-то административное производство, вы с ним не соглашаетесь. Заебись, четко. Допустим, нарушили вы ПДД, вас остановил сотрудник ГИБДД, ПДД, ГИБДД. Вы не признаете правонарушение, то есть он должен составлять протокол, а не постановление, то есть это очень важно, не бойтесь громких слов, протокол. Лучше пускай составит протокол. И что? Первое. В самом протоколе мы пишем отвод лицу, который этот протокол на вас составляет. Понятно, что отвод не примут, но главное это написать. Дальше, в самом протоколе в графе «Ознакомлены ли вы с правами, предусмотренными статьей 51 Конституции», вы прям пишете ручкой «Не ознакомлены», ставите подпись. А что, так можно было, что ли? Потому что в 90% случаев вас с ними не ознакомливают так, как это положено. Далее вы ходатайствуете. Ходатайствовать нужно в письменном виде. Для этого при себе нужно всегда иметь в нескольких экземплярах ходатайство. Вот такое, например. И, например, вот такое. То есть какие-то ходатайства мы отдельно подаем, какие-то вместе. Ходатайства в соответствии с КУАП должны рассматриваться немедленно, и по ним выносится определение в письменном виде, тоже немедленно, соответственно. А представьте, если где-то происходит это на дороге, то вы очень такие трудозатраты сотруднику можете создать. Законные трудозатраты, заметьте. К чему я все это? Чем больше отводов, ходатайств и всего прочего вы заявите, тем больше шансов, что должностное лицо ошибется, и тем у вас больше шансов в судебном порядке, так как будут нарушены ваши процессуальные права, это постановление отменить. И, как говорится, с вас как с гуся вода. С собой в автомобиле всегда возите ходатайство, то есть в нескольких экземплярах, потому что один должен оставаться у вас с отметкой о принятии, другой вы отдаете. И смотрите уже по ситуации, когда какое ходатайство можно подать. Также всегда с собой возите листы А4 и ручку, так как, например, если у вас нет распечатки, то сотрудник ГИБДД или должностное лицо, они не обязаны вам листочкой и ручкой предоставлять, у вас должно быть это все свое. Это вам не это. Так, ну, собственно, вкратце рассказал, все-таки это бесплатная юридическая консультация, а не платная. Ну, а так, знайте закон, изучайте закон, жмите на колокольчик, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду.